Всем привет! Вам показывает телеспутник Красный Шарик. И сегодня я вам покажу, что будет, если поставить сюда режим MS-DOS на Windows Server 2008 R2. Ведь мы знаем, что Windows Server — это серверный аналог какого-то там Windows. У Windows 8 серверный аналог Windows Server 2012. А у этого Windows Server 2008 есть свой серверный аналог Windows Vista или Windows 7, напишите в комментариях. В общем, это... Ну, не забудьте подписываться на мой канал, поставить лайк, а также еще поделитесь еще этим видео с друзьями. Короче, ссылочка на скачивание Windows Server 2008 оставлю в описании. В общем, я пользуюсь виртуальной машиной, ведь у меня Windows 7 стоит, а здесь у меня виртуальная машина Windows Server 2008. В общем, давайте на нем будем смотреть. Так, вставляю дискету, чтобы установить с дискетами, которые MS-DOS устанавливать можно. В общем, нас предлагают запустить MS-DOS Setup от имени администратора, да? Вот, Starting MS-DOS. А вот эта команда, которая, я не знаю, ну, в командной строке. В общем, вас приветствует мастер установки режима MS-DOS. Вас мастер установит режим MS-DOS. Ладно. Так, выберите компоненты режима MS-DOS. Ну, я, невозможно, не пользовался Windows 1.0. Но я не буду использовать функции IBM OS 2.1.0. Это вообще-то отвратительная операционная система. Так, установить. Вот установка режима MS-DOS. Сейчас мы подождем. Ладно, подождите. Подождем. И еще раз подождем. И еще раз подождем. В общем, завершение установки режима MS-DOS. После установки режима MS-DOS нужно выполнить перезагрузку. Перезагружусь позже. Так, блин. Все пропало, блин. И даже значки пропали. И панель задач тоже пропали. Блин, это что это за командная строка-то, а? Что это за командная строка? Блин, давайте попробуем перезагрузить компьютер при помощи команды restart. Так, давайте. Вот, ввел команду. Так, Enter. Перезагружаем твой компьютер. Блин, еще и курсор пропал. Вот, перезагружаем твой компьютер. Только что моргнул. Вот, короче, компьютер перезагружается. Блин, да снова та же командная строка-то, а? Не хочет Windows Server 2008, не хочет запускаться. А вместо этого командная строка. Блин, наверное, я по ходу режима MS-DOS установил при запуске. Так, давайте запустим, как обычный, Windows 1.0. Так, вводим команду win. Так. Так. И чё? И чё? Ждать еще? А, нет, уже запускается! Запустился! Нифига себе, как он запустился, Windows! Это просто охренеть можно даже! Можно поугарать, представляете? Можно над этим Windows, можно поугарать! Блин, ну... Ну почему все тут на английском? Я же выбрал русский! Наверное, почему они не перевели это? Блин, ах... Блин, нажму окей. Опа! Какая-то ошибка странная вышла. Блин, какой-то странный синий экран смерти в Windows 1. Ну, вот, ребята, вы хотите поугарать над этим Windows? Напишите в комментариях, хотите поугарать? Если вы хотите поугарать, напишите в комментариях. И мы вас угарнем над этим Windows. Это будет в следующем ролике. Так что, ребята, всем спасибо за внимание, то, что вы посмотрели ролик. Ставим лайки и всем пока.